Всем привет! Вы на канале Ананасленд. Только самые актуальные новости из мира шоу-бизнеса. Продюсер Сергей Лавров объяснил, почему многие эстрадные певцы старшего поколения выступают под фонограмму. Неужели только старшего? Как вы думаете? По его словам, в советские годы артистам запрещали петь вживую, чтобы они не могли импровизировать. В итоге София Ротару продолжает иногда выступать под фонограмму. Хотя артистка всегда имела профессиональные данные и могла спеть любую песню, в СССР долгое время не давали артистам петь живьем, рассказал Лавров. В настоящее время Ротару использует сочетание фонограммы с живым звуком на своих концертах, рассказал Лавров. А что вы думаете по поводу данной новости? Верите ли вы заявлению Лаврова? С вами был канал Ананасленд. Пишите комментарии, нам интересно ваше мнение, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео. Ананасленд. Ананасовое настроение.